35-я городская конференция прошла в филиале партии «Нур Отан». На ней избрали партийцев, городской и областной маслихаты. Обсудили здесь и ключевые вопросы. Подробности далее. Два человека на одно место. По такому принципу формировался список кандидатов от городского маслихата, в который вошли 27 нуротановцев. 30% из них – женщины, и столько же составляет молодежь. Во исполнение нормы выборного законодательства, запрещающего проведение агитационных мероприятий до определенного календарным планом официально агитационного периода, мы не будем обсуждать предвыборную программу на нашей конференции. За голоса делегатов конференции боролись 12 претендентов в областной маслихат. В дебатах они представили свою предвыборную кампанию. По итогам голосования 9 включили в список областного маслихата. Утвердили здесь и предвыборную кампанию партии. Проект был начат еще в январе месяце. Буквально недавно он, весь этот проект был опубликован в приложении «Праймерис» на сайте партии «Нур Отан» для широкого обсуждения. И тогда горожане имели возможность дополнить. Там поступило в тот период более 60 обращений по предвыборной программе, и их предложения касательно благоустройства города, автомобильного транспорта, общественного транспорта были включены в данный проект программы. С 10 по 12 ноября в регионе прошли конференции в 14 филиалах партии. Победители районных и городских дебатов примут участие в областных, которые пройдут 17 ноября. По итогам определят именно тех, кто войдет в партийный список Нур Отана на выборы в Мажилис от Северо-Казахстанской области. Айгерим Муканова, новости МТРК.